Дорогие наши слушатели, мы все сейчас столкнулись с общеизвестными сложностями, нет никакого смысла о них еще раз говорить, но, как мне кажется, параллельно со сложностями мы имеем возможность узнать, осознать, обдумать что-то важное, пока мы находимся в пресловутой самоизоляции. В частности, мы можем научиться больше ценить те моменты, которые мы, слушатели и исполнители, вместе проводили в зале. И вы знаете, я думал сегодня записать что-то для вас на клавикорде, и у меня лопнула струна. Я подумал, что это в чем-то символично. Записей мы сейчас можем слушать предостаточно. А вот ценность живого общения, возможно, нуждается в том, чтобы мы по ней соскучились. И я нам всем желаю, чтобы мы в добром здравии, так сказать, встретились через некоторое время и могли бы оценить эти моменты уже на новом уровне.